Япония, Южная Корея, Китай, все, Австралия, все нас ждут, что ли? Никто. Как, зачем им лишний претендент на их место? Mm-hmm. Это раз. Второе. Кто-то считал, сколько летят на них? Я уже много раз говорил. Нет, это вы говорили. Но там есть система, по-моему, мне в комментах один человек написал о том, что... Ну, то есть, если бы так было... Ну, кто-то же летает, допустим, австралийцы. Австралийцы, играющие в ВПЛ, они же прилетают на эти mm-hmm. матчи. Ну, ничего страшного, летают, да. Не, я к тому, что это, за этим же последует там переход наших клубов туда же. Ну да. Я про эту Азиатскую лигу чемпионов. Ну да. Не про сборную. Сборная один раз пролетела, ничего страшного, я думаю, не случится. Mm-hmm. А остальные это как будет делать? Они сейчас плачутся, когда 3-4 часа летят, что они много летают и часто играют. Сначала они до Лиги чемпионов они или до Лиги Европы плачут, что у них мало игр. Да. А как только начинается, они все устали уже. После 7 туров там, или сколько, 5 там у нас проходит, 5-6 туров, угу. там они уже, когда Лига чемпионов начинается, все устали. Я представляю, что здесь будет. Угу. Здесь же 2 раза дольше лететь. Такие покрывать расстояние. Но у вас нет ощущения, что общественное мнение постепенно в ту сторону, что надо все-таки в Азию переходить, ну, как бы склоняется? Ну, пусть переходит. Это примерно то же самое, что это на весна-осень или осень-весна. Я же говорю, никто не думает и не просчитывает, какие последствия это ведет. Угу. Ну, перейдете вы туда, дальше-то еще. Ну, то есть вас смущает то, что слишком мало аргументации и каких-то документов, просчетов? Я говорю, там, во-первых, кто вас туда пустит, это вы думаете, что там, типа, начальник большой позвонил и все решили. Вы там никому не нужны, что... Австралия, Южная Корея и Япония – это наши друзья, что ли? На политическом поле. Ну, по крайней мере, там… У них большой вес в азиатском футболе. Да, но там меньше наших недругов по сравнению с европейцами. Кто вам сказал? Кто вам такое сказал? Ну, хотя бы потому, что мы играем с Таджикистаном, Узбекистаном и Киргизией. А кто вам сказал, что Таджикистан, Узбекистан и Киргизия – это наши ближайшие партнеры? Кто вам сказал, что они там проголосуют так, как нам нужно, чтобы нас пустили? Я вот, честно говоря, не уверен. Ну, то есть, я тогда пытаюсь понять вашу позицию, она в чем заключается? В том, что не нужно никуда рыпаться. Люди, давайте так, здесь люди не играют год. Угу. А если взять там ребят, там девчонок, которые там индивидуальный вид спорта какой-то, да? Ну, или даже командный, у которых одно там значимое событие – это Олимпийские игры, да? Угу. Они 4 года готовились, хоп, их выкинули. Вот сейчас. Они не участвуют. То есть у них 8 лет в труху. А здесь 1 год потерпеть, 2 не могут. Ситуация-то у нее выход один. То есть мы побеждаем и с позиции силы заходим во все, возвращаемся во все организации. Но нас берут. Да? У нас, по большому счету, футбол только проседает. Так? Что проседает? Футбол. Да. Мы там никакого авторитета не имеем, и все. Хоккей без нас нет. Если даже Кубок мира отменили, потому что наших нет. Угу. Гимнастика любая без нас никак. Лыжные гонки, любые там биатлоны, просто лыжные гонки тоже несмотрибельны без наших. Про этот бокс, борьбу я уже не говорю. Ну, вы не назвали вид спорта самых главных критиков российского футбола? Фигурное катание? Конечно, да. Нет. Там есть штатные критики. Нет, кажется, я и говорю, без них никуда. И они как-то там живут же. Угу. А здесь год не играют, прям подождать не могут. Угу. Ничего страшного, через пару лет, наверное, вернутся. Здесь нужно, наверное, работать над тем, чтобы нас вернули там на каких-то определенных... Вот как в хоккее, там же рейтинг сохранили. Ну и здесь нужно также над этим работать, чтобы он не падал, по крайней мере. Уже потом заходить в тех же самых Еврокубках. Я так понимаю, мы будем играть, у нас меньше там и меньше команд нас пустят изначально. Над этим надо работать, а не бегать туда-сюда. Ну, какое отношение к Азии это имеет? Исторически. Футбольно. Ну, футбольно, да, мы были в УЕФА, да. Но, слушайте, ну не может же сборная нигде не играть. Но она не играет. Она играет. Где она играет? А почему она не может не играть? Мне просто интересно. Ну, потому что это главная команда страны. Ну, хорошо, она съездила. Вы удовлетворены? Нет. Ну, может, лучше тогда не играть?